Крымские беи из рода Ширин находились в далеком родстве с домом Чингисхана. Они занимали независимое положение в ханстве и при желании в удобный момент могли с легкостью захватить верховную власть и основать вторую правящую династию в ханстве. Но Ширины строго придерживались субординации по отношению к правящей династии Гирая. Родоначальником ширинских беев является некий Данглыбей, чьи земли находились в Поволжье. Его сын Руктемир был ближайшим другом и сподвижником ордынского хана Тахтамыша. Известно, что он пользовался особым расположением и доверием хана. Это подтверждает дарованный Тахтамышем ярлык, согласно которому Руктемир Ширинский и все его преемники официально возглавляли бейскую верхушку. Документ также подтверждал, что без воли и согласия ширинского бея никакие важные государственные дела не начинались и не оканчивались, потому как ширинский бей считался хану-товарищем, для чего и пожалован от хана вензелем, каковой сам хан имел, и печатью, называемую Бадем-Мугыр, каковой печати более никто из беев не имеет. Но кроме дарованной ханом печати, род ширинов имел и свою древнюю родовую тамгу, именуемую Чомачи. Более того, хан Тахтамыш выдал за Руктемир-бея замуж родную сестру Джаникея-Слухани. От этого брака родился сын Тагине-бей. Именно Тагине-бею суждено было сыграть одну из главных ролей в новом государстве – Крымском ханстве и войти в историю как «делатель крымских ханов». Тагине-бей, представитель крымской татарской аристократии, хорошо разбирался в хитросплетениях 15 века. Свою первую ставку он сделал на чингизида хана Улу-Мухаммеда. Но как только тот пришел к власти, первым делом попытался избавиться от бея. Тагине избежал смерти и даже примирился с ханом, но эта ситуация заставила его посмотреть на другого претендента. В Литве проживал молодой чингизид Хаджи, внук наследственного хана Крыма. Именно на его сторону открыто перешел Тагине Ширинский и вся крымская аристократия. В этом молодом человеке Тагине увидел будущее крымского юрта и не ошибся. Около 1441 года в литовский замок Тракай, где пребывал Хаджи, явилась делегация во главе с влиятельным Тагине-беем Ширинским. От имени всего крымского народа она призвала Хаджи, как прямого потомка Чингисхана, стать их ханом. Тагине-Ширинский привел на крымский трон Хаджи-Гирая и в дальнейшем всячески поддерживал крымского хана в его стремлении распространить свою власть на земли Великой Орды. В свою очередь Хаджи-Гирай официально закрепил за Ширинами первенство в списке родовой аристократии. Конечно же, это не могло не отразиться на привилегированном положении Ширина в Крымском ханстве. Так, наряду с другими именитыми династиями, Ширины занимали исключительно первое место – Баш-Карачи. И только потом шли Мансуры, Барыны, Сиджиуты, Аргины и Кыпчаки. Образовался определенный род аристократической конфедерации под управлением Баш-Карачи из лидирующего клана Ширин. Остальные четыре клана были главной военной силой в ханстве.